Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео с минского авторынка Ждановичи. Не сильно давно было видео с авторынка Малиновка. Собственно, подошла очередь и авторынка Ждановичи. В общем, не забываем поставить под этим видео лайк, подписаться на канал, если вы не подписаны. Друзья, а также перед просмотром данного видео хочу порекомендовать вам мобильное приложение Автолом, которое поспособствует вам продать свой автомобиль на выгодных условиях для вас. А также у ребят не так давно вышло обновление. Теперь через это приложение можно продавать не только автомобили, но и БУ запчасти. Ссылка под видео в описании. Ну и давайте смотреть видео. Всем приятного просмотра. Друзья, Мини Купер 180 тысяч пробега, 1.6, 11 года, бензин на механике, 10 999 долларов, пятидверный, на кожаном салоне с вентиляцией, механическая шестиступенчатая коробка, раздвоенный выхлоп. Еще один Мини Купер 1.6, 110 тысяч пробега, 10 года, бензин на механике, 11 900, также на кожаном салоне, да, шестиступенчатой механики, точно такой же. Лифан X60, 2-литровый бензин, 55 тысяч пробега, 13 года, на автомате, 7 900. Ну, кстати, судя по всему, в хорошей очень комплектации, на кожаном салоне, 2DIN магнитола. Volkswagen Touareg, кожаный салон, как говорится, рожа, кожа, автомат в черном цвете. 2.5 дизель, коробка, автомат, как я уже говорил, 9 499 долларов. Toyota Highlander 3.3, 170 тысяч пробега, 2009 год, коробка, автомат, бензин, гибрид, 15 тысяч просят долларов за нее, велюровый салон. Audi Q5. На велюровом салоне, коробка, автомат, 2 литра бензин, 104 тысячи пробега, 11 год, 16 999. Шевроле Эквинокс первый, 2.4 бензин, написано 180 тысяч пробега, 5 год, 2005, бензин на автомате, 6 999. Сиреневого такого цвета, велюровый, хотя нет, друзья, а нет, это, я понимаю, чехлы, велюровый салон, судя по всему, задние стекла притонированы. Ну, есть у него жучки, не без этого, тут вот и шпаклевку можно видеть, треснула. Друзья, следующий Chrysler Town Country, 3.6 бензин, 104 тысячи пробега указано, 15 года, 2015, коробка, автомат, бензиновый, но стоит аж 23 500 долларов. Хорошая комплектация, кожаный салон, 2DIN магнитола,
тонированные задние стекла. Volkswagen транспортер Т4. 2,5 дизель, 102 лошадиные силы, 325 тысяч пробега указано, 2003 год, дизель, так, механика, коробка 8999. Шкода Октавия 2000 2011 года, 111 тысяч пробега указано, 1,6, 9150 долларов. Механическая пятиступенчатая коробка передач, велюровый салон. Друзья, следующий автомобиль Hyundai AX35, 2 литра бензин, просят за него 12 850 долларов. Салон комбинированный, ткань с кожей, коробка автомат. Renault Espace Grand. 5-й год, 1,9 дизель, 130 лошадиных сил, 6850 долларов. Велюровый салон, механическая коробка передач. Volkswagen Jetta 2016 год, 1,6 бензин, 10 850 долларов просят. Велюровый салон, пятиступенчатая механическая коробка. Друзья, Lada Largus 2015 год, 77 тысяч пробега, 1,6, механика. 7900 долларов. Механическая коробка, как я уже сказал. И это полноценный 7-местный автомобиль. Друзья, наверное, один из самых дешевых автомобилей на рынке Ждановичи. Renault 19, 92 год. 1,8, бензин, механика, 700 долларов просят. Ну, конечно, он такой, сильно подушатанный. Opel Zafira, 1,8, бензин, 2002 год. 230 тысяч пробег указан, 4990 долларов. На механической коробке передач. Друзья, Volkswagen Charan 98 года, просят за него 3200, 2 литра бензин на механике. И всего 3200, ну, на мой взгляд, разумная цена. А4 универсал. Двухтысячный год. 290 тысяч пробега указано. 4950. 1,6 бензин. Велюровый салон. Пятиступенчатая механика. Citroen C5.
друзья, сильный ветер. Он дизельный, двухлитровый. 4250 2002 года. На механической коробке передач, универсал. Рено Лагуна 2004 года, 1.9 дизель, 4698 долларов просто. Ну, понятно, что на механической коробке передач. Следующий, друзья, Рено Сценик. Третий Рено Сценик 2011 года, шестиступенчатая механика, велюровый салон. Как я говорил, так, 11 год, 240 тысяч пробега, 1.5 дизель, 7850 долларов. Volkswagen Touran 1.9 дизель, 2008 год, 8300 долларов. Велюровый салон, механическая шестиступенчатая коробка передач. Еще один Туран. года, 278 тысяч пробег указан, 1.6 бензин, коробка автомат, 7150 долларов. Kia Sportage 2011 год, 2 литра бензин, коробка механика, 11950 просят. Неплохая комплектация, кожаный салон. Citroen C4 2013 год, 92 тысячи пробег, 1.6. Судя по всему, 1.6 бензин, коробка автомат, 8150. Volkswagen Polo 2017 год, 70 тысяч пробега, механика, 1.6 бензин, 8990. Велюровый салон, механическая пятиступенчатая коробка передач. Это уже рестайлинг. Ford Focus 2015 года, 42 тысячи пробега указано, бензин, шестиступенчатая механика, 9800, велюровый салон, седан. Hyundai Santa Fe 2. Давайте посмотрим, сколько за него просят. 2011 год, 135 тысяч пробега, 2.4 бензин, 12850 долларов. Велюровый салон, механическая коробка передач. Volkswagen Passat B5 2002 год, 1.9 дизель,
5650 долларов. Велюровый салон, механическая коробка передач. Друзья, Peugeot 4008, 12 года, 2 литра автомат, бензин 12500. Комбинированный салон, ткань, кожа, коробка, автомат. Nissan Qashqai 10850 долларов, 1.6 бензин, 12 год, 95 тысяч пробега, механическая коробка передач, салон, ткань. Nissan X-Trail на механической коробке передач, салон, велюр, 2008 год, 4 ВД, шестиступенчатая механика, 10850 долларов.